он сам написал, на каждом такте форте. Это его собственный. Очевидно, он хотел этого, чтобы не было вдруг пьяного на этом. Я бы совсем не выделял. Это само собой действует. Когда бросить педаль, потом... Услышите продолжение звука. Не надо этого акцента делать. Здесь я не люблю. Конечно, удобнее, так сказать, заставить ля прозвучать. Но это удобство более грубого свойства, чем если взять это просто пьяно, сыграть пьяно. Лишь бы вовремя снять педаль, чтобы отсюда уже ничего не было. Вот это вот так. Здесь очень правильно указано. Правда, тоньше как-то. Это он сам и бывает. А теперь сыграй сильным акцентом. Ну ля. Ну педаль, педаль! Надо уже вынырнуть. Еще раз. Так лучше, конечно. Не скорее. Чтобы немножко позже сделали крешендо, чуть дольше пребывать пенисимо. Чуть дольше, конечно, сразу, но крешендо получается немножко слишком сразу, слишком субито. А это должно быть винно, распространенное достаточно. Нет, ну возьми раньше, возьми отсюда. Тяжело. Там-па-бам-па-бам-па-бам. Когда он жутся отровить, не паса. Вот сыграй скорее, увидишь, как это будет. Хуже. Тяжелый, да. Вот как раз вы спрашивали у Феликса Михайловича, он заставлял учеников это играть все в октавах. Это не обязательно, конечно, уж оно все-таки так написано, я всегда предпочитаю оригинал. Но идея правильная, что играя так в октавах, это дает правильный темп. Как можно сыграть в октавах такую фразу? Одним пальцем, конечно, легче, как будто бы. А это дает правильный темп. В этом отношении я согласен. Сыграем еще вторую половину, пойдем дальше. Обязательно. Вот это один из главных водоразделов таких, из главных. Thank you.
ті одюнгенту. Я знаю, це трудно на старих грядях, ну, щоб ця гармонія була тіше себе. Хочется, конечно, сделать неправильно, но... Поэкспериментируй, чтобы не пискнуло это ми, правда? Вот немножко больше возьмет и вдруг запищит, для того, чтобы не было. Разыграй мне это мясо. Вот сюда. У тебя вышло немножко много уже, слишком близко было к предыдущему форте. Чтобы осталось все эти два такта все-таки на пиано, несмотря на вьюшку. Когда возвращается, тут больше грешен, чем я. Что-то я здесь слышу такое. Что-то мне не хочется. Чтобы как можно более сильная фраза была. Длинная лига, длинная лига. Чувствую я только как можно больше. Одно. Сильный, сильный.
одно из тех неудобных мест. Павел Васильевич, вы знаете, у Шуманова ведь так написано. Это я же... проходил эти этюды с Владимиром Владимировичем Сухранинским. Ах, вы проходили, да? Ну, можно так и рассказать. Но играя так в этом вот изложении, можно следить немножко еще больше за гармонией. Правда? Мне бы хотелось. Гармония, чтобы была точно выдержана. Вот эти длинные ноты. Гармония. Как же да. Как называется? Нет, не слышно. Фраза не достаточно кончилась для меня. Может быть, ее удобнее, как у Шумана? Ты пробовал и то, и другое, да? Это гораздо менее удобно вообще. Ну, что вы... Точно. Еще немножко точнее. У меня ритм идет. Но легатиссимо. Абсолютно ровно. То, что я так ясно здесь чувствую, что, по-моему, указано совершенно то, что шел. Анимату сразу. Вот сыграет сюда. Настолько полнозвучно, так роскошно, так гипертрофично почти в своей звучности, что здесь, когда уже нет баса, наконец, когда он не держит, хочется немножко скромнее дать оркестровку просто, немножко меньше звука. Так. А ну, сыграй сразу, чтобы... Это все. Играет просто, и они никакого греха большого здесь не делают. Играет так. Что я не всегда достаточно слышу, это тот сфорцато на длинном ля бемоль. Чтобы они играют октавами, как некоторые пианисты играют. Конечно, они имеют какое-то право прослеживать. Было бы резонно, но все-таки Шуман этого не написал. Он написал, чтобы было
ваши сфордаты. Мне иногда не хватало, вы заметили? Да, нижний ля-бемоль, который так долго длится, два такта почти, оно должно немножко громче прозвучать. Это будет достаточно грандиозно звучно. Многое позволяло. Мне кое-что дядя рассказывал. Очень многое себе позволял, чего не надо. Антон, конечно. Ну, скажи, немножко больше репертуара здесь можно. А говорю, второй раз еще больше Риттердамда, чем первый. Но немножко уже здесь, знаешь. Нельзя так ровно. Антон, наш бы дядя сюда напевал. Это было ведь время тогда, во время Антона Рубинштейна, еще было принято напевать это. Антон наш балалайку нечаянно сломал. Так все перейдем. Но известно такой напев. Немножко в небо. Но Антон обладал колоссальной силой, поэтому можно было о нем сочинить такую частушку. Но именно что в небо, Антон наш балалайку нечаянно сломал. И все время один и тот же ритм. Эти маленькие, понимаю, маленькие вот уклонения от ритма. Именно в самых ритмичных вещах это особенно нужно. Это закон диалектики, вот все та же диалектика, о которой мы говорим. Ну, давай сюда. Настоящий стаккато. Все более стаккато. Так, свободнее. Thank you.
быть, откидываемся. Конечно. Материя есть.